Салам, неформат на связи. Сегодня в баре «Анклав» проходит шабаш-фест. Уже начало и уже разъеб. Ивент обещает быть охуенным. Мы будем на связи. Атмосфера заебись! Я не могу перекричать их! Чё за хуйня? Бля, каждая музыка разъёб! Я хуй знает, я не слышу себя! Помогите! Здравствуйте. Здравствуйте. Какой это ваш концерт, ну, по счету уже? Честно, не считал ни разу. Сотка уже есть, да? Я не знаю, честно. Может, сотка, может, больше, может, меньше. Ну, я никогда не считаю. Хожу постоянно, поэтому счет не веду. Уже сбился давно. А как-то по атмосфере вот этот шабаш-фест отличается от обычного концерта? Честно, я не вижу особой разницы, да? То есть приходят такие же ребята, как и всегда, да? То есть шабаш, не шабаш. Вот я неделю назад здесь был. Такие же все, вот друг друга знаем, почти все общаемся. Как вам выступление групп, как музыка в целом? Музыка, она всегда хорошая здесь, потому что она вот здесь. Ты на шабаше не первый раз? Да, второй. Второй уже? Вот как-то отличается вот этот первый от второго? На первом меньше людей было, отвечаю. Сейчас нихуевый мош пит идет, бля. Все друг другу ломают что-то. Например, вот пацану глаз разбили одному. Шишку поставили, например, мне тут шишку поставили уже. Успели, первая группа отыграла, уже все. То есть уже веселее. Можно, да. Атмосфера в этот раз, она типа более такая приятная, исключительная и последняя, можно сказать. Здесь играет группа вот эта первая, это моего близкого друга, самого близкого, Райана Джосая. Прикольно, на самом деле, вот. Пацаны реально пришли, толпу создали, мош-пош. Блять, футболка. Да, я видел, тебе сегодня весело было. Это вот это жесть. Чуть не въебался в меня один раз, блядь. На этом наш трип-репорт заканчивается. Это был проект «Неформат». Это был шабаш-фест. Всем неформальной жизни. До свидания.